Обновленный трубопровод, по заверению теплоэнергетиков, позволит не только подключить новые жилые дома в северо-западной части города, но и в целом улучшит качество централизованного теплоснабжения нагрузкой более 28 гигакалорий в час. Работы по замене трубопровода Пашилова начались 4 года назад. В течение 3 лет велись строительно-монтажные работы. На участке от улицы Бабушкина до улицы Подгорбунского были заменены трубы общей протяженностью 606 метров. В 2017 году работы продолжились от улицы Подгорбунского до Смоленской, а это еще 231 метр. На третьем этапе нынешним летом работы стали проводиться на участке от Смоленской до улицы Новобульварная. На сегодняшний день уже завершен монтаж тепловой сети в 310 метров. В работах по замене теплотрассы задействовано 25 специалистов и 7 единиц техники. Подрядчик ООО «Строительная компания» завершить монтажные работы планирует в сентябре, после чего, уверяют ПАО ТГК-14, будут проведены все необходимые работы по восстановлению и обустройству дороги. Понятно, что сейчас для автомобилей этот участок проблемный, и теплоэнергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, поясняя, что качественно проведенный ремонт летом позволит потребителям с комфортом и теплом встретить предстоящие холода зимой. Полина Харченко, Дарья Кунова. Время новостей.